Ну все, я пошла. Спасибо, что забрал ее, пап. Она любит у тебя бывать. Бей по основанию. И посильнее. От звезды несносного деда. Как прикольно. Мама тебе говорила, что у твоего деда был свой зачетный парк аттракционов. И чудаков. То было другое время, и правил было гораздо меньше. Твоя мама приезжала на лето. Кадела! Привет! Родная моя! Уже тогда ума у нее было не занимать. Ты же спасатель, повернулся бы лицом к воде. Да ну, Господь Бог им спасатель. Что с посещаемостью? Упало на 45%. Что? Вы уже в курсе? У вас новый конкурент. У них и аттракционы, и подъемники, все работает. Это наш дом, и мы его никому не отдадим. Зараза! В июне этому парку необходима увеселительная клизма. Впрыснем в него дозу адреналина. В каждую карусель. В каждый аттракцион. Никаких правил и ограничений. Сплошной восторг. А это не опасно? Ну-ка, испытаем крошку. Точка отрыва официально открыта. Халявное пиво для всех. Реальные трюки. Реальный угар. Что для мелких ушлепков придумать? Живой уголок. Пиво подержи. Реальный трэш. Тормоза для трусов. Джонни Ноксвилл. Е-бэби! Вот это да. Хочешь еще вкусняшки? Есть контакт! Точка отрыва. В молодости я по этому делу чемпионом был. 1 июня.